Вся эта история состояла из цепочки случайных событий. Ерёма, на Украину поедешь? Едешь на Чернобыльскую станцию. И на Киевскую же. А если серьезно? Что, ты понял? Ты пойми, Петрович, я в такой ситуации. Ты туда добровольно не придешь, это я тебя силком притащу. И ближе 10 шагов не приближайся. Ваши документы. Все будет хорошо. Командировка на Аисте.